Дай 5. Наблюдая за Джоном и машиной, внезапно все стало ясно. Терминатор никогда не остановится, никогда не бросит его. Он никогда не обидит его, никогда не накричит, не напьется и не ударит его, не скажет, что он слишком занят. Он всегда будет рядом и умрет, чтобы защитить его. Из всех возможных отцов, которые приходили и уходили за эти годы, эта штука, эта машина лучше всего подходила на эту роль. В этом безумном мире это был самый разумный выбор.